Привет! Вы смотрите мастер-класс от магазина для хобби и творчества «Выдумщики.ру». И с вами я, автор проекта «Камила Секретс» Камила. В этом мастер-классе вы увидите, как легко и просто сделать свечи своими руками. В качестве основного материала я буду использовать свечной порошок. Очень удобно, что компоненты для изготовления свечей можно купить в готовом наборе. Также компоненты можно купить по отдельности. Итак, набор для изготовления свечей состоит из свечного порошка, зеленого и белого в данном случае, двух стаканчиков, фитиля и отдушки. Этого вам хватит для того, чтобы сделать очень красивую свечку. Очень важный момент. Стакан, в который вы будете засыпать свечной порошок, должен быть изготовлен из термостойкого стекла. Итак, свечку сделать очень просто. Насыпьте свечной порошок в стаканчик, немного не доходя до края. Также можно сделать различные многослойные варианты. Я вам сейчас покажу. Ну вот и все, теперь вы знаете, как легко и быстро сделать красивую свечку своими руками. Это был мастер-класс от магазина «Выдумщики», и с вами была я, Камила, автор проекта «Камила Секретс». Пока!